рассматривать бизнес-проекты лучше, получат гранты и субсидии до 3 миллионов рублей. Защищать свои проекты предприниматели будут вплоть до конца года, а для кого-то это пройденный этап. В программе «Большие деньги» мы узнали, как чувствуют себя бизнесмены, которые уже получили государственную поддержку. Еще 2 года назад фирма «Март» была на грани банкротства. Финансовое состояние типографии трудно было назвать устойчивым. Между тем, на рынке Хакасии фирма с 96 года. За 17 лет существования не раз менялись собственники. В подъем предприятие повело сегодняшнее руководство. 2 года назад новые хозяева вложили в производство крупные средства. Чтобы вернуть предприятию былую мощь, обновили оборудование, добрали штат сотрудников. А год назад вышли с проектом на получение правительственного гранта. Участвовали в получении гранта на энергосберегающие технологии, которые получили в размере 500 тысяч рублей и использовали по назначению. На сегодняшний день происходит процесс увеличения оборотов выпускаемой продукции. Предприятие работает стабильно. В данный момент у нас большой объем работы. Сегодняшний оборот фирмы – 1,5 миллиона рублей в месяц. Это не предел. Правительственный грант позволил сэкономить деньги и пустить их на закупку нового оборудования. Предприятие принимает все новые и новые заказы и выполняет полный спектр типографских услуг. Впрочем, как работает типография «Март» после нового рывка, смотрите сами. Офис, где рождаются идеи, дизайнерская. Здесь появляются эскизы, их разрабатывают творческие сотрудники фирмы «Март». Подобные макеты выгоняют прямо в кабинете с помощью вот такого оборудования. Подобие большого многофункционального принтера. Устанавливается бумага, в принципе. Вот управление машиной. Ну, и как бы все базовые характеристики. Допустим, техническое обслуживание провести. Ну, сейчас зарегистрирую бумагу. Чтобы бумага задана. Можете поднимем сейчас бумагу и пойдем в часть. В это время в одном из цехов готовится бумага. Огромные рулоны, каждый весом не меньше тонны. Сначала разматывают с помощью специальной машины. Она не только перематывает нужное количество, но и нарезает бумагу на листы. На предельный формат А2. Чтобы представить, это размер в 4 альбомных листа. После печати нужного материала здесь же равняют края при помощи специального станка. Острые ножи и большой пресс прорезают многотысячные стопки. Один из последних цехов – переплетный. Здесь готовая продукция складывается и проходит преимущественно через ручную работу. Здесь находится переплетный цех. Мы занимаемся переплетом, делаем брошюры, книги. Здесь мы вручную, бывает, переплетаем, что-то делаем. И много у нас автоматизировано. В фирме «Март» работает около 30 человек. В планах увеличить объемы производства. Не обойтись и без дополнительных рабочих мест. С этим, уверяет руководство предприятия, и могут возникнуть проблемы. Кадровый голод у нас, конечно, существует. В настоящее время не выпускается в Хакасии специалистов в сфере полиграфии. И те специалисты, которые давно работают, они уже на счету у всех предприятий полиграфических, которые существуют на нашем рынке. Впрочем, на этот случай у типографии есть выход. Практически без затрат для себя решить проблему кадрового голода. В этом году фирма «Март» не участвует в грантовой поддержке. Слишком много работы, большие заказы по предвыборной кампании. Но в 2014 году предприятие обязательно выставит свою кандидатуру, скорее всего, заявкой на обучение молодых специалистов.